Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 февраля. Память святого священномученика Нестора, епископа Магидийского. Святый Нестор был взят в своем доме во время молитвы, в которой был предуведомлен о своем мучении видением овна, начальником города Магидиса в Малоазийской области Памфилии, иеринархом. Он был лично представлен в Пергию. На пути святой Нестор был укреплен землетрясением и голосом с неба. В Пергии, после страшных мучений, он окончил жизнь на кресте в гонение Декиева в 250 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.